В республике Коми пьяный водитель сбил беременную женщину. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, что сначала его остановила полиция, но не успел постовой подойти к машине, как водитель нажал на газ. Сотрудники ДПС спустились в погоню. У них на глазах нарушитель сначала зацепил три стоявших у тротуара автомобиля, а потом под машину попала женщина. Лихача, врезавшегося в итоге в здание больницы, задержали. Пострадавшая в больнице с многочисленными травмами.